Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в новый влог. Пошла с Жекой гулять. А он вот встал копом и стоит, и не хочет идти, и что-то там ругается постоянно. Че, не пойдем гулять? Ком? Что, мы будем стоять здесь? Гулять пойдем? Пойдем, мальчик. Вот такой толстолобый он у нас. Это что-то. Да, да, вот он видит там этот шнейбаль. И он на них рычит, на снеговиков. Пошли, Жени. И там тоже, видите, вон они лежат, эти снежные бали. Он на него смотрит и рычит. Пойдем гулять, как хорошо. Ну, ты посмотри, что творит этот собака, а? Что такое? А ну пойдем гулять. Пойдем. Уже чудо из чудес. Такая погодка хорошая сегодня. А у нас на выходные прям снег пошел. Суббота-воскресенье была прям зима. Сегодня у нас среда, 29 ноября. И вот, видите, еще немного лежит кое-где снежок. Но большая часть уже растаяла, практически ничего, следа не осталось от этого снега. Сегодня еще такой солнечный день. Сейчас время уже 3 часа. Думаю, пока солнышко еще светит, пойду прогуляюсь, поболтаю с вами. Что-то мой песик сегодня не в настроении. Идет, ругается и идет сзади, так неудобно. Вот хотела вам показать, вот как у нас тут выглядит. Мы живем на окраине города. И вот практически выходишь, одну улицу пройти, и мы уже в лесополосе вот такой. Летом часто гуляем, а зимой как-то... Ну, я решила возобновить свои прогулки. Последнее время что-то я так начала поправляться, не понимаю, вроде кушаю так же, даже урезаю себя в чем-то, а вес не уходит, а наоборот добавляется. Что-то странно, это мне уже доставляет дискомфорт, и я уже и по видео смотрю, такая, щечки скоро вообще даже в экран не войдут. Но нет, нет, девонька, пора что-то с этим делать. Вот. Буду гулять. Что-то я хотела вчера пойти вечером, но как-то мне что-то страшно стало, что ли, не знаю. Раньше, вот года 2-3 назад гуляли и как-то не задумывалась. Я обычно одна. А чего вчера что-то мне как-то жутковато стало. Думаю, не. Ваня не хочет. Ну, Ваня на работе во вторую. Он приходит домой же в 11 часу, ему не до прогулок со мной. Поэтому, в принципе, смотрю, люди ходят, да, гуляют. В хорошую погоду и в плохую. Говорится, нет плохой погоды. Нужно одеваться, брать себе свою опоньку в ручки и вперед из песни на прогулку. Но сегодня при такой погодке вообще грех не прогуляться. Смотрите, что хотела вам показать. Вот тут елочки у нас, видите, какая посадка. Эти елочки специально садят. Вот такой сорт на Рождество. А потом они спилят и продадут. Вот. Быстро растут. Такие хорошие, шикарные. Уже какие-то переростки, даже такие большие не надо. Вот я немного прошла, видите, уже лес. Но лес он такой непроходимый. Там есть колея,
пару колей, где можно там пройтись. Но там как-то не очень убрано. Вот. Вот они, красавицы, стоят, видите? Красотень. А тут снег еще лежит. Тут, видимо, солнце мало попадает. Это, наверное, северная сторона. Да, тут так интересно. Там поля нету, снега. А здесь поле уже снег. Ветер ледяной. Прям и такой ветреный. Как будто такой северный ветер. Прям кусает щечки. Так, ребят, мы куда-то забрели с Жекой. Ушли, наверное, 2 км от дома. Идем обратно. Он сегодня, правда, не в настроении. И Гант вот идет, и всю дорогу он ноет. Сейчас вроде успокоился. Потише стал. А то шел, рычал, рычал. Видимо, уже понял, что бесполезно тут возмущаться и ругаться. Все равно. Замерзло у меня. Щеки замерзли. Машина едет. Дженик, отойди. Отойди. Кам. Пойдем, мальчик. Все, выдвигаемся уже в обратную дорогу. Так он меня за ноги запутал. Теперь мне надо развернуться. Пошли, чудо. Чудо в перьях. Мы с Жека. Ну, еще хотела немножко поговорить о комментариях тут. Какое у меня видео? Записала я видео, да, о чистой души. Хотела рассказать там немножко о себе. Все, столько мне туда хейта прилетело. Не знаю. Чуть ли не изменник родины. И плазма моя не нравится. Все не так, и все не так. Ну, хотела насчет изменник родины, да, одна женщина написала. Русских немцев я люблю. Ну, наших, типа, которые остались в России, таких, как вы, нет. Ну, не надо меня любить. Зачем меня любить? Мне есть кому любить. Ну, и насчет измены родины, я тоже не считаю, что я чем-то... Променяли Россию. Ну, никуда мы ее не променяли. Так же любим. Ну, наверное, немножко расскажу, да? Я не говорила в том видео. Ну, во-первых, я родилась в семье, у нас смешанная семья. У меня мама русская, а папа немец. Знаете, в те годы они поженились в 67-м году, начали встречаться в 66-м, поженились в 67-м. Ну, тогда еще было непростое время, непростое отношение к немцам. Были они там русские, кто нас там сортировал? Русские, казахские. Ну, в Казахстане, может, было по-другому, я не знаю. Мои предки попали в Сибирь. Сейчас машина проедет. Иди сюда. Кам. Лефта. Стоп. Пойдем. Вот. Казалось бы. Мой дедушка, он воевал, дошел до Берлина. Даже потом еще поехал в Японию, еще воевал. Пришел домой только в 46-м году. Вот. И он очень хорошо папу принял. Ну, с маминой стороны никаких не было. Его очень хорошо приняли, папу полюбили. И вообще он чуть ли не любимый у них зятек был. А с маминой, с папиной стороны были проблемы. Вот. Бабушка. Ну, она никак не хотела это акцептировать маму. Всю жизнь была против. Она всегда хотела, чтобы папа женился на своей, на немке. Но сердце уже не прикажешь. Ну, в общем, папа не послушал маму свою и женился на моей маме. Вот. Поэтому мы так воспитывались. Папа нам привил любовь к своей. Даже не папа, скорее бабушка. Она мне рассказывала.
очень много про Германию. Я не знаю, может, ей тоже ее бабушка рассказывала. Только хорошее она рассказывала. Как здесь хорошо, какие тут все... Ну, я не буду пересказывать, да. То есть у меня какое-то сформировалось впечатление о Германии, когда я сюда ехала, да. Ехала я, конечно же, охотно сюда. Очень хотела. Да, как я уже говорила, это решение принял наш папа сюда переехать. Ну, может быть, просто потому, что он устал. Сами знаете, кто жил в 90-е годы, да? Он работал на двух работах. Работал чуть ли не день и ночь. Утром работал на заводе. Вечером ходил в НИИ, подрабатывал переводчиком. Переводил техническую литературу. В общем, с немецкого на русский. И то. Даже этих денег не то, что на содержание семьи не хватало. Их не хватало даже на питание. Ну и, в общем-то, да. И пример его родных, в общем-то, все они уехали. И мы, конечно же, тоже не остались там и уехали. Маме тяжело было. Все родные остались там, но она все равно уехала. Потому что так решил папа. И они посчитали, что так лучше для детей, что они для нас сделают больше, лучшее будущее. Вот это был, ну, главная причина переезда. Дети. Мы все так хотим, что наши дети жили лучше, чем мы. Поэтому я считаю, причем здесь изменять, измена родине и такое. Мы никто не отказался от российского гражданства. Я, кстати, тоже же все хотела похвастаться и все не забываю. Получила же я паспорта русские. Ну, мы с Ваней. Я просрочила свой паспорт, и он у меня уже много лет был просрочен. Пришлось мне восстанавливать российское гражданство. В общем, можете поздравить. Я гордый обладатель российского паспорта. У меня теперь официально два гражданства, русское и немецкое. Поэтому никакой тут речи о предательстве родины или что-то такое даже не может быть. У меня две родины. Уж так уж получилось, ребята. Потому что мама с папой разных национальностей. Вот так вот. В общем, давайте, ребята, будем добрее. Живем один раз. У каждого своя жизнь. Каждый живет свою жизнь. У каждого своя судьба. И осуждать человека. Ну, по крайней мере, это даже некрасиво. Вы же не знаете мою жизнь, правильно? Так и как и я вашу. Поэтому не нравится, не смотрите. Зачем смотреть? В Ютубе столько много блогеров. Миллионы. Не понравился. Перелистывайте, смотрите того, кто вам нравится. У меня есть свой зритель, которому я нравлюсь. Поэтому, как говорится, у каждого блогера свой зритель. У меня обычный влог, обычная женщина. Я показываю свои видео-влоги. У меня ничего в жизни такого экстраординарного нет. Поэтому, кому нравится, тому нравится, кто смотрит. Потом я любитель, я даже не блогер. Я просто снимаю видео-влоги. И поэтому это мое хобби. Мне нравится проводить время так. Я немного отвлекаюсь от того, что у меня случилось в жизни. Так мне немножко легче. Вот. Вот такие дела. И не знаю, я столько, ну, сколько столько снимала, никогда еще не было такого негатива. Так много негатива. А тут прям одно видео и столько негатива. Прям я не знаю. И что ты ноешь, и вот это, причем здесь ноешь, где ною, ой, вообще. Ну да ладно, жизнь продолжается, остаемся на позитиве. Жека мой успокоился, все хорошо, да, Жек? Хорошо, гуляем.
Ну вот все, что хотела сказать, ребят, вам. Пожаловалась, так сказать. И легче мне стало. Такие нехорошие, обижают меня. Просто я так считаю. Если не нравится, не смотри, и все. Вот и все. Зачем писать обидные вещи человеку? Правильно. Человек снимал, старался. Зачем это? Негатив такой делать? Не понимаю. Пойдем, Дженни. Сейчас на солнышко выйдем. Что-то прям тут в тенечке холодно стало. Сейчас на солнце выйдем. Там теплее будет. У нас на следующей неделе обещают очень холодно. Сегодня тоже прохладно. Где-то градус, может, 2, самое большое. Ветер очень холодный. Фюльзихви минус. Чувствуется, как будто, ну, как будто морозец такой, да? Хотя плюс температура. Вот. А на следующей неделе обещают, что будет похолодание и даже будет доходить до минус двухзначных чисел. Минус 10, минус 11. Вот. Вообще, я смотрела прогноз на эту зиму. Говорят, что у нас будет холодная зима. Что такой холодной зимы уже лет 10 не было. По-моему, в 2012 сказали, такая была холодная зима. Ожидается в этом году. Ну, посмотрим. Мы холода не боимся. Иду же той же дорогой. Сюда пришла. Ой, так хорошо прогулялась. Ой, здорово. Надышалась воздухом. Свежий воздух такой хороший. Все равно идешь, такое чувство, как будто это еще не зима. Хотя уже в этот выходной у нас первый адвент. Заказала елку белую. Захотела. Хотелось так почему-то. Зеленая у меня есть, но я ставлю всегда искусственную елочку. Мне как-то жалко елку каждый раз. Вот ее ставить. Она потом умирает. Потом ее выбрасывают люди. Считаю, что... Ну, я купила такой еще кранц на стол. Покажу. Вот сейчас домой приеду, покажу. В этом году такой скромненький, небольшой. Вот, и он с натуральными веточками, и он дает запах ели, пахнет Рождеством. Не знаю, хотелось бы, конечно, еще печеньки постряпать. Ну, не знаю, что-то у нас все на диете, никто не хочет. Сын на диете ходит в спортзал. И сказала, а не вздумай. Вот. Да и я сама уже, сама как печенька. Не знаю. Наверное, не буду в этом году стряпать печенье. Может быть, так. Готовое куплю, на стол поставлю. Хотя, не зарекаться. Может, Николь что-то постряпает, дочь. Ну что, мальчик? Вот солнышко. А солнышко греет еще все равно чуть-чуть. Вот тут видите? То я не знаю, похоже на рапс. Я не знаю, это есть у нас такие поля желтые. Это рапс, такое растение. А есть еще горчица. Зенф. Поэтому я не различаю их. Это горчичное поле или рапсовое. Там что-то тоже посадили сзади. Тут сад небольшой такой есть. Это все приватно. Вот там домик вдалеке, видите? Для пчелок. Отель для пчел называется.
Вот такой небольшой. Яблоньки. Яблоньки, по-моему, груша есть. Что, пойдем дальше? Пойдем дальше, мальчик. Вот наш райончик, где я живу. Поснимаю сейчас вам немножко. Район неплохой, но очень густо населенный. Как-то мы выбирали когда землю. Ну, в принципе, на то время, когда мы искали себе участок, не было. Вот было 5 на выбор. И все. Больше ничего не было. Сейчас вообще ничего нет. Сейчас вообще только по конкурсу можно участок купить. Вообще не продают. Вот в основном вот такие дома, которые друг возле друга, да? Тут получается одна стена общая. И тогда, ну, значительно снижается стоимость. Я думаю, эти дома построили готовые, а потом продавали. Вот та улица мне нравится, вот куда я сейчас смотрю, да? Вот там более-менее большие такие участки. Ну, они, наверное, в 80-х годах строились. Вот эта улица мне очень нравится. Тут однофамильные дома только. Красивые. Надо будет как-нибудь тут на машине проехать, поснимать. Кому-то интересно, какие дома в Германии. Хотя сейчас столько блогеров из Германии. Но, в принципе, все города тоже разные. Все равно будет интересно посмотреть, как у нас тут. Надо выкинуть какахи, которые мы нагуляли. Вот такой стадион у нас тут. Вот сюда мы выкидываем. Ну, по крайней мере, должно быть так. Смотрите, у нас вон зоопарк тут есть. Их детки еще были. 4 теленка было. Видимо, продали. Или нет, вот этот светленький этот теленочек. А остальных нет уже. Видимо, продали уже. Ну все, пойдем, мальчик. Пойдем? Пойдем. Подошел к нам. А ты маленький. Хорошенький такой. Ты такой хорошенький. А? Ты хорошка такой. Неухоженный немножко. У нас тут дожди заливали. Вот тут, видите, такая впадина. Она была полная. Все в воде стояло. Мы уже какой-то момент думали, испугались, думаю, хоть бы не пошла наверх вода. Вообще, ну, 2 недели шли дожди точно, вообще без остановок. Потом дождь со снегом, потом снег. 2 дня была зима, сегодня опять не пойми что. Вот. Вот этот желтый домик, это наш домик. Мы с Жекой пришли домой. Вот хотела еще вам показать, какой у меня веночек рождественский в этом году. Вот это зеленые, это как цветочки искусственные. Вот этот, это я сама добавила. Ну такой совсем-совсем скромненький был. Ну я и так взяла, потому что у меня дома было украшение еще немножко. Думаю, я добавлю. И вот это золото.
тоже у меня было. Шарики вот эти серебристые, это тоже я добавила. И вот так симпатичненько получилось. Мне что-то в этом году не захотела я круглый. Так, у нас стол продолговатый. Как-то такой гештель лучше выглядит. Замерзла, щеки красные. А вот так хорошо погуляли. Так хорошо. Сын приехал со спорта. Тоже полтора часа мы гуляли. И он тоже полтора часа занимался. В общем, говорит мама, тебе надо тоже заняться спортом, так ты не будешь худеть. В общем, начну с сегодняшнего дня. Хотя бы начну тоже с велосипеда. Понемножку. Вот. Не скупитесь на лайки. Подписывайтесь. Увидимся в следующем влоге. Всем пока!